Травка зеленая. Я сегодня оператор. Идем показать. О, смотрите, какая зеленая трава. Мешки неудобно будет таскать. Почему? Ну, тут палки, потому что. А, палки? Угу. Наташа гуляет с кнопкой. Угу. Сейчас ее не отпускаем так саму гулять, потому что у нее охота началась, охота на кобелей. И поэтому сейчас ее все под присмотром, на поводке. Что-то Наташа пошла, там сугробов столько намело. Вот посмотрите, сколько снега. Горку всю замело. Ну, вообще кошмар. Тропинку вообще тоже всю завалило, по которой... А я думаю, что вообще говорю это, он говорит, там снегу, говорит, много. Ну, а сейчас... я в огород все давно не ходила. А вчера вышла, вот, офигела даже. Наташа идет, смотри, как снег, да, стал? Твердый. А Ваня утром с ней здесь гуляет, ходит постоянно. Надо попробовать мне просто натоптать тропинку. Не копать уже, а просто натоптать. Кнопа, скажи привет. Смотри, Барсик залез на это яблоню. Вон он сидит и орет. Что-то лазит там. Он синичек ловит, видишь? Охотится. Да, да. Слазь давай. Спрыгнет, интересно, нет? Прыгай, там мягко. Снег. Барсик, Барсик, Барсик. Ты что, хочешь, чтобы я тебя снял, что ли, с дерева? Да. Да, да. Сам слазь. Зачем туда забрался? Наташа уже пришла со школы. Она давно уже, в 11 еще пришла. У нее еще и 3 урока все было. Окно по науке забралась. А ты почему шарф не одеваешь? Вот смотри, все голо у тебя. Потом болеть будешь. Они у нас закаемные. Слазь! Слазь, я сказал! Слазь! Барсик! Барс! Да он съедет, он не спрыгнет, не спрыгнет, не спрыгнет. Надо корове еще унести. Хрышки. Иди, хрю-хрю. Надо убирать ее. Ага, хрю-хрю. Все, съест он? Ну. Наташа, зачем ты за ним поездила? Сломай за ветку. Давай, так. Раз, два, три. Так, второй вещь. Сразу. Так, поставила я вариться мясо. Варится у меня мясо. Достала, смотрите, ребра я затащила. Надо, чтобы они еще подтаивали. Достала картошку, свеклу, морковку у меня в морозилке. То его блюдо. Вот сегодня купила такое блюдо. Это железное. Это под мясорубку подставлять. Не знаю, даже это попробовать надо будет. Вот тут тарелку подставляю, а она неудобно. Вот так наклоняется, и туда мясо еще неудобно. То и так, чтобы сюда оно бы делалось. Все, сейчас начну картошку чистить. И нет, сейчас сперва поставлю зажарку. А потом начну картошку чистить. Мясо еще надолго еще будет вариться. Ой, только чай. зажарку нашу уже всю приготовила. Сейчас буду, налила масло, сейчас обжаривать. Мясо кипит. Сейчас обжарила, буду начищать картошки и капусты нарежу. Все, газ работает, все, ложится, все кипит. Так, картошку, капусту, зажарку. Уже кипит потихоньку. Такой красный борщ у меня получился сегодня. Все, сейчас картошка сварится, и я выключу, и будет он настояться. Полезу под машину смотреть защиту, там пыльник на днище. Что-то с ним какая-то фигня случилась. О, Барсик. Барсик ходит за мной по пятам всегда. Сейчас, Барсик, будем смотреть, что у нас произошло. Блин, надо было подъехать еще. Эх, как тут смотреть-то? А, короткая яма-то. А, вот он. И что, вот это пластик весь? Вон он. Снег туда попал. Это ж как надо тогда делать-то? Надо подъезжать еще ближе тогда, получается. Блин, тут лед. Лед, лед. Надо убирать вот это все. Капец. Яма-то короткая, надо было туда еще ближе подъехать. Это вон он, видишь? Вон как. Но тут и с этой стороны, и с той стороны тоже. С этой-то вообще вон лед туда попал. Но... треснуло все. Вот такой пластик, я смотрел, новый стоит 50 тысяч. От 50 там 20. Бэушный, одна половина, видите, тут одна половина пластика и вторая. Вот бэушный, одна половина за 10 тысяч продают. Пластик какой-то, да? Вообще. Маша с утра уже напекла булочек. Сейчас буду борщ подогревать. На улице тепло. Да. Сыр. Какой сыр? Ой, фу ты, сыр, говорю, творог. Сыр, говорю, творог. О, еще булочки. Румяненькие, да? О, какая вкуснотища. Еще. Красота. Давай сюда на свет. Помыть его сразу же. Или вот здесь. Кто помоете? Так надо сразу, чтобы лучше отмыть. Здесь я уже вырезал все. Вот это. Так вот у нас Матвей тут уже наставил фигурки животных. Да, Матвеечка? Сейчас. Тут вот оставь. Пятна есть. Это вам нужна вот это? Это, да, пускай пока, может пригодится куда-нибудь. Наверх? Сейчас мы его почистим. Отлично все отмывается. будем устанавливать на уровне стола. Нужно. Мне просто можно поставить и стол пододвинуть и посмотреть. Ну да. Вот примерно. Я просто не знал, что надо будет так держаться. Так, ну-ка, что там уровень? По уровню. У нас вот здесь вот четко. Что-то немножко сбилось, что ли. Было четко же, да? Угу. Так. Ну тут опять ты видишь, это. Нам же по столу надо еще смотреть. Ну да. Потому что эти ножки-то все равно пол неровный, скорее всего. Сейчас вот так вот сделаем. Даже высоко. Сильно переборщила, да? Нормально. Как нормально-то? Ну вот так, да? Угу. Да, все вроде бы нормально, да? Угу. Ну тут вот сам стол, он вообще это туда уходит. Ну все, пол туда уходит. Ну. Так и прикусывайте все. Все. Ну немножко туда уходит, ну по столу зато или что, или прямо будем. Зачем? Не надо, да, делать прямо? Она же больше потом будет стола. Ладно, так, давай, сейчас переключу. Ну вот, в принципе, все готово. Осталось здесь декорации какие-то разместить. Или цветочки там. Посмотрим. Значит, на стол новую скатерть. Хотели, конечно, другую, если честно. Но из всех предложенных вариантов вот это, ну, как бы более-менее нам показалось, да? Потому что остальные там сильно ляпистые какие-то. Ну, решили вот такую скатерть. Вот так вот. Только еще на клеенке будете резать, получите. А, на клеенке не надо ножом резать. Надо досточку подкладывать. Так вот, ну не знаю, кому как, но стало, мне кажется, симпатичнее немного, посимпатичнее, да, стало? Понятно, чем было. Чем было, чем вот это. Сейчас я вставлю, вот как было, а вот так вот стало. Здесь вот наверх тоже сделал такую вот. Все, пойдем сейчас управляться, кормить животных. Маша уже... Я дробила. А, дробила, да? Пока я тут вырезал вот это все, Маша сходила, зерно подробила. Блин, какой еще? Там 2 мешка все осталось. А, надо ехать скоро. Ну. Ладно. Что-то я это, того полмешка, этого полмешка. 3 вида сдавали, 4 получается, и сказать, мешков нету, которые отец давал. Да? Быстро что-то? Чем быстро? А там кого ящик только надробился. Угу. Еще на раз и все, на пол ящика. Че, Ваня, нравится? Да. Нормально стало. Ну как, конечно, не сказать, что там супер, но более-менее стало, да? Хоть как-то. Да, получше стало, понятно, получше, чем с этими двойками было. Но. Где-то, может, там какие-то косячки. Потому что все равно та стена какая-то, она неровная. Да, ничего не волнует. А? Ничего не ровно. Ничего не ровно. Но. Пойдет для сельской местности, да? Мы же не убивали это всю стену эту. Что нас ничего-то надо было. Это как-то кто-то писал, что надо другую стену было вообще сделать. Если другую стену делать, тут же все разбирать, это придется. Да, так это вообще как бы... Зачем нам другую стену делать? Фиг его знает, что там дальше будет. Это... Либо там много вариантов всяких развития событий. Либо если мы будем пристроиван здесь вот строить, если здесь останемся, да, то это значит вот это вообще не будет, это все снесется. Зачем нам тут вкладывать какие-то деньги, да, чтобы потом это как-то... Если мы, например, куда-то в другое место, нам тоже тут... Пускай оно так будет, так и это останется. Короче, ладно. Мы сделали экономно и, ну, и нормально, я так считаю. Более-менее. Так. Сегодня у нас маленькая как авария. Непонятно, что произошло с печкой. Да вчера она еще что-то это... Духовка стала непонятно работать, но сейчас вроде сделали. И думали, что вообще не испекется хлеб. Сходили, купили в магазине хлеб. Он мне не понравился. Но булка стоит 30 рублей. Но совсем уже отвыкли. Мы отвыкли уже от хлеба из магазина. Ну какой-то он невкусный. Угу. Давай с ней еще лучше, на вкуснее. Да. Печка заработала, и сейчас будем печь хлеб. Сейчас поднимется. Приготовили поросятам. Пишут, что мы там поросят кормим только одним отрубами. У них сегодня будет пир на весь мир. У них каждый день пир на весь мир. Вот. И да. Каждый день и молоко, и простокваша, и все. Вот ну, когда нет подкошки, мы кукуэ даем. Мы это все мешаем с отрубями. Перемешиваем и все. Да, и потом не вкусно это все. Гречку, подгилу, суп, там салат в холодильнике. Сейчас пойдем кормить поросят. Курица. Ёшка здесь отдыхает, завалился. Поднялся мой хлебушек. Так, духовку у меня уже нагрелась, сейчас буду ставить хлеб. Наш хлебушек тут. Убавляем 180 градусов. И минут на 40. И будет наш хлебушек готов. Достаем наш хлебушек. Испекший уже, все. Выключаем. Просто по частям речи, да? Нет. Град по составу. Как? Например, согласны, согласны. Какой хлебушек у меня сегодня получился. Он горячий. Ладно, пусть полежит так немножко. Вот такой вот красавец. Вот такой. Весь. Корочка такая. Ой, горячий какой. Руки можно обожечь. Ладно, пусть остывает. Корочка он что никакая. Жаристая получилась. Так, тут у меня я достала утром мясо. Фарш. Разморозился уже немножко. Надо было на печку поставить, он будет мягко. Будет холодно, как его мешать. Тут я замочила уже хлебушек. Все, размок у меня хлебушек. Делаю немножко котлеток. Сначала варю гречку, делаю салатик. И гречка осталась. И немножко посыпать котлеток. Снова вот так сделаем. Тут у меня машинка работает. Шарик внутри машинки катается с одеждой. Так громко. Еще не разморозился. Сейчас его поставлю на печку, закрою, и чтобы он у меня быстрее. Да, то холодное. Почистила еще картошки, поставила на пюре. Буду пюре еще. После я там посмотрела, гречки там немножко осталось. Ну все, кто гречку, то пюре будет кушать. Сейчас наставлю лук. Приготовила уже до котлет. По этим панировочные смесь, сухари вот эти, чистила чеснок. И яйца. Это я сегодня яичко разбила в кармане. Забыла, что у меня яйца лежат в кармане. Такие частенькие из Перу сегодня принесла. Спит клякса. Мяу-мяу, скажи. Ваня в школе, Матвеечка в садике. Наташа уже дома. У них сегодня было 3 урока всего. Отучились искать всю неделю. Сегодня улица тепло. О, собачки ходят. Кнопи. Женихи перешли сказать. Лук нарезаем. Ждем, когда сварится наша картошка и растает наше мясо. Тут еще один пришел. Мяу. Да. Баксик. А, Баксик. Он думает, что я это картошку чистила. Донька, от меня картошки. Чего хочешь? Кс-кс-кс. Да? Он сырую картошку любит есть. Лапками камеру хочет забрать. Мясо у меня оттаяло, хлеб у меня уже все приготовила, уже доваривается картошка у меня. Камеру вот сюда так поставим, чтобы удобно было. Так, сейчас мы вот все, мясо хорошо. Это пока картошку, пока выбирала в ящиках там. Я еще ленту покупаю как-то и внутри ящиков обклеила низ, чтобы удобно было вытирать, а то постоянно приходится мыть их. Все, берем хлеб, пожимаем от этого, от молока. Это отдам кошкам, кнопки, и сбиваем сюда 2 яйца. У меня все посолено, это у меня фарш готовый уже, просто надо было сюда добавить яйца и хлеб. Все, теперь это все надо размешать, все хорошо перемешать. Да, однородную массу еще перемешиваем. Все, мясо у меня готово. Сейчас добавится картошка. Сделаю картошку и начну жарить котлетки наши. Все. А, чеснок я еще забыла. Вот что. Ему что-то не хватает. Придется по-новому перемешивать. Вот такой получился у меня фарш, получается, вот такой вот. Кукам нормально, липнет все. Салат на это все надо чеснок весь перемешать. Картошка у меня сварилась. Сейчас будем так сталкивать ее. Добавим наш лук сюда. Лучок. Добавим масло. Добавляем масло. Добавляем яйцо и наливаем молока. почему? Кровью туда вы, просто грязную воду вы оттуда. С бака с этого. И туда вы, она нагреется до вечера. И фигон просто заходит, то что-то я... Это... Ой, закрыто, забыла. И добавим мы сухого укропа сюда. Вот такая картошка у меня получилась. Вот такая вот пирожка. Все, все закрою и уберу на плитку. Наливаем масло. Наташа уже тут посмотрела отсюда. Это сухарики такие. Вот. Так я все жарю в муке и в духовке. На сегодня попробуем так. Все, включаем наш газ. Все. Теперь начинаем делать котлетки. Сегодня будут у нас котлетки, да? Пока я ходил, занимался делами на улице, Маша уже сделала котлеты. Не сделала еще. Только начала. Я уже картошку сварила. Пюре. Пюрешка с котлетами сегодня будет у нас. Много было комментариев, что мы зарезали хряка и, значит, мясо пахнет. Знаешь, такие комментарии были, что что-то зачем вы врете, там мы там в деревне прожили всю жизнь там, и всегда, когда резали вот этих хряков, пахло мясо. Я не знаю, вот у нас был козел, помнишь? Коза был, козы были и козел был. Мы зарезали козла тогда. Вот он действительно пах. Не то что пах, он вонял, блин, нафиг. Там мясо есть невозможно было. Да, мы все его скормили шкифу, собаке, овчарке нашей. И то он как-то, да, тоже не особо его ел. У меня же вот родители сколько есть тоже продержали. Но они как говорят, что мы, типа, не замечаем этого запаха. Ну как не замечаем? Ну как не замечать этого? Но вот правда говорю, что на мясе нету вот этого запаха. Может он молодой еще, или как, там, может они резали там двухгодовалых, трехгодовалых. Вот может, там, свиней. Да, что пахнет. Да. А тут кого ему еще даже года не было. Ну. Вообще, и мясо, оно вкусное, и нежное, и без всякого запаха. Я так и знал, что будут такие комментарии, они всегда такие комментарии начинают писать. Вот как только вот что-то мы хряка, вот, помнишь тогда тоже? И тогда тоже не было никаких запахов. Ну, Таташ еще больше, он был намного, там год с чем-то ему, и полтора было. Запахи мы хорошо чувствуем. Я вот чувствую только аромат вкусных котлет, пошел запах. Вкуснятина. Ну, пускай для них будет пахнуть. Для нас нормально. Знаешь, даже хочется так пригласить в гости и угостить этим мясом, чтобы они уже, знаешь, не писали такую вот. Просто, знаешь, они как-то пишут так, даже до обидного доходит, что с такой уверенностью стопроцентной и обвиняют... У вас мясо пахнет. И обвиняют нас еще в том, что мы обманываем людей. Да нафига нам обманывать, да? Пахло бы, мы бы так и сказали, фу, блин, пахнет, не делайте так, что не режьте вот поросенка не кастрированного. А, еще говорили, почему вы его не кастрировали? Так вы просто, видно, не смотрите видео все наши. Мы же его брали для того, чтобы у нас... потомство было. Да, да. Сейчас мы точно не знаем, ну, как, оплодотворил он поросеху или нет. Решили убрать. Потому что он был с ней довольно-таки, ну, долго. Агрессивный он, да, с ней был. И даже несмотря на это, все равно мясо не пахнет. Там, кстати, спрашивали, даже два комментария было, я читал, про вот эту мясорубку. Какой марки? Где она там, мясорубка-то? Вот фирма. Redmond. А, я там смотрели. Мы хотели. И видите, вот у нее, что нам понравилось, вот это соединение. Здесь оно железное. Вот здесь вот. А, которую мы смотрели, половина, они пластмассовые. Она была со скидкой, покупали в ДНС. Это так, не реклама, ну просто раз люди просят. Она стоила 7400 и 7700, а обошлась она нам 3500 всего. Да, по скидке купили. Скидки, по скидке там какая. Тем более она, и он, как продавец сказал, что они говорят, вот еще недавно пришли вот эти. Угу. Что ни с прилавка, ни последнюю, никакую. Он нам снизу с коробки прям подал. Мы ее, я ее сразу проверила, посмотрела там. Ну вот уже какой второй раз, да, ее используем. Да. И мне очень понравилось. Нормально, да. Она даже лучше, чем вот наша, которая была старая, та была. С ней идет тоже эти насадки. Насадки, да. Для нарезки. Морковки там, для всего. Угу. Насадки где у тебя? Там где-то. Ну ладно. Потом Маша покажет, когда будет что-то делать. Это специально ты покупала, что ли? Не специально. А, вот она. Панировочная смесь. Специально идет. Хотела это, в муке, а потом вспомнила, что покупала давно уже. Я так наделаю и потом жарить буду быстро. Всем приятного аппетита, кто кушает или собирается кушать. Мы скоро тоже будем обедать. Первое у нас суп, на второе пюре с котлетами. Их укучаем, конкретно жарим. Все, холодильник. А я не стерпел, я так без подливки уже съел. Пару котлеток, да, пюре. Вкусные вообще.